Складай нож SteelView Arcturus. Очередная новинка 2019 года от SteelView в нашем магазине. Довольно интересный ножичек, по размеров чуть крупнее, чем обычно. Тем не менее, ножик довольно легкий за счет отсутствия стальных ванеров. Рукоятка выполнена чисто из G10, вот, и довольно тоненького клинка. Сталь здесь используется D2, что вкупе с высокими спусками и, в принципе, неплохой геометрией даст довольно интересный рез. Рукоятка здесь слегка изогнута, утонченная, то есть в целом формирует довольно понятный и интересный хват. Ножик является флиппером, а на шайбах, в принципе, создает неплохую механику, но в некоторых случаях приходится доводить рукой. Но тем не менее. Клипса здесь глубокой посадкой, двухпозиционная, под правшу и под левшу. Также доступна версия с черным бэкошным клинком и светло-тановой рукояткой. Довольно контрастно смотрится и в целом интересно выглядит. Сталюшка также D2, также флиппер, все то же самое.